сейчас будет кормление диких собак. Мне еще не знаю, что такое мясо. Маленький кусочек. Мясо. Нет, не знает, что такое мясо. Нет, не знает, что такое мясо. Ну-ка, не знаешь, что такое? Значит, надо взять на руки и... Ну, подожди ты. Что ты говоришь? Ты не проснулся. Это первый, потом покажем. Тут вот сочувствующие вот собаки у нас есть. Ну-ка, ну-ка, говорит, чем тут у вас пахнет? Что ты орешь? Открывай рот. Засунули в рот мясо. Непонятно. А как ты с мясом-то пищишь? Его проглотило уже. Да? Ты чего орешь, сидишь? Фу, ты дрень. На молоко не похоже. Ты уже знаешь, что это такое? Очень этих, даже. У этих все в первый раз. Да что ты вот такой едите? Ну, он не хочет, выплевывает. А? Что это такое было? Ну-ка. Свет тут недостаточно для этого. Для камеры. Чего для этого? Для камеры, да, для этой. Муторно как-то все тут. Завтра увидите, как будет. Немножко иначе. Угу. А уж послезавтра будут обгрызать руки. Да? На. Давай-давай. О, вот самая сообразительная девочка. Да, уже, давай-давай-давай. Давай-давай. Давай-давай-давай. Да, первый раз засунули в рот. Девочка говорит, давай-давай. Давай-давай, не отвлекайся. Ух ты, что это у вас тут было? У кого под подушкой мясо? Ты потом съешь? На. Не-не-не-не. Дай, говорит, мне. Ну вот, еще тоже сообразительная девочка. Пипа, ты очень сообразительная девочка. Ты... Да, чересчур. Ну, в общем-то, принцип понять. Так она и не рассказывает.